Так, добрый день, друзья, скажите, пожалуйста, кто присоединяется, как картинка, как видно, как слышно? Оксана, Юлия, Татьяна, Таня, добрый день. Сегодня хочу для себя понять, какие города. И скажите, пожалуйста, да, Юля, добрый, Юль, привет. Скажи, как видно, как слышно, что со звуком? Я сегодня без наушников. Все хорошо. Хорошо, Оксана, спасибо. Давайте понажимаем стрелочки, поделимся эфиром, чтобы сейчас вживую, Вера, привет, чтобы вживую смогли присоединиться как можно больше людей, потому что присутствие вживую, да, вы помните, что оно... придает такой эффект присутствия, как будто бы вот мы с вами в реальности вживую разговариваем. Есть такая стрелочка «Поделиться эфиром». Давайте сейчас это сделаем. Не подвисает, все нормально? Угу. Давайте, я жду, пока больше количество людей увидит. Сегодня есть вопросы, много вопросов. Да, всем, кто присоединяется, мое приветствие. Тема вопрос-ответ. Сейчас пишу. Катя, привет. Ева, привет. Я вам всем рада. Да. Знаете, есть люди, которые мне написали, что вот прям в расписании у них уже эти эфиры. И освобождают специально время, это очень классно, это прям радует и, да, вдохновляет. Лисан, привет! Значит, я вижу здесь уже несколько наших студентов инструкторского курса, это здорово. Сейчас, вы знаете, буквально за последние 2 дня еще 4 человека присоединились к инструкторскому курсу. Я пока вот присоединяются люди, я про это расскажу, потому что был конкретный вопрос. Сегодня девушка написала, расскажите про инструкторский курс. Значит, сейчас, ввиду того, что у нас, в общем-то, границы все размыты, и границы для знаний точно нет, этот курс проходит в таком очно-заочном формате. Поэтому любой человек с любой вообще точки мира и самое главное, что в любой момент может присоединиться к этой программе. Это такое, скажем, обучение основам здоровья, инструкторский курс по, конечно, подготовке инструкторов ваджра-йоги. Но на этот курс сейчас приходит очень много людей, которые вот так, слушая эфиры, почитывая там где-то мои посты, какие-то статьи, практикуя уже ваджра-йогу, они для себя принимают решение разобраться в основных вот таких ключевых вопросах здоровья. И они подключаются к этому так называемому инструкторскому курсу и осваивают, Наташ, привет, и осваивают, в общем, весь объем таких базовых знаний, которые, в принципе, нужны каждому человеку. Но вот что меня радует, сейчас появилось еще новых 4 человека присоединились к курсу совершенно разных городов. В тех городах, например, Омск, Тюмень, девушка из Италии одна присоединилась. По России появляются люди в тех городах, в которых вообще пока ваджра-йоги нет. Вы понимаете, есть всякие разные направления, а ваджра-йоги там нет. И вот ходят люди, маются, пытаются найти для себя практику, которая их не разрушит, а найти ее невозможно. А с кого она начинается? Она начинается с нас с вами. То есть появляется один человек в городе, который начинает, знаете, как вот эти, луч света в темном царстве. Вот 100%. Такой источник знания, который реально не морочит людям головы. Отдельно тему из инструкторского курса можно получить, прослушать. Ну, в принципе, можно, потому что весь инструкторский курс разделен на 3 тематических блока.
Первый блок касается, собственно, сути йоги, истории йоги, откуда она появилась, артефакты, исторически, что было в йоге, чего там не было. То есть мы разбираемся вот прям такой, это образовательный очень мощный контент. Вон Катя пишет, она как раз сейчас обучается на инструкторском курсе, пишет, спасибо. Да, курс просто супер. Почему я об этом говорю? Потому что я сама когда-то, 5 лет назад, начала как бы новую свою жизнь, такую перезагрузку получила, когда прошла инструкторский курс. И вот уже 5 лет я нахожусь внутри федерации, и я продолжаю постоянно обучаться. Потому что материал, который подготовлен Международной федерацией ваджа-йоги к изучению, он не укладывается там в 2 месяца, не укладывается даже в полгода. Это таких 2-3 года полноценного погружения и изучения здоровья, основ здоровья, биомеханики, истории йоги, разных направлений. И самый главный блок, который, в общем-то, ну, он логически вытекает из всех этих первых блоков, это как применять эти знания в нашей жизни так, чтобы наша жизнь становилась легче, так, чтобы мы не болели, так, чтобы мы были эффективными. Ну, то есть, вот понимаете, все, куда ходят люди, добрый день, куда ходят люди сейчас и платят там деньги за тренинги, там личностный рост, как избавиться от комплексов, как развить в себе там правильное мировосприятие, как стать счастливым, как стать, ну, в общем, вот эти все, да, это все знание заложено в нашем курсе. И вы понимаете, оно не просто там, ну, как, знаете, популизм сейчас, очень-очень много популизма в тренингах, когда человек немножечко там понял и начинает гонять на этой теме, как это говорят, на хайпе поднимается и какое-то время ну, снимает такие сливки. Вот вы знаете, что в настоящем знании все-все-все про нашу жизнь, про мироустройство, про то, как функционировать, как строить отношения между людьми, как не попадать в такие ловушки страданий, как не обманываться, как не, знаете, не строить вот эти песочные замки, чтобы потом не разочаровываться. В общем, планирование такое. Вот все-все-все, все это есть в нашем инструкторском курсе. Поэтому я говорю, что я предлагаю с такой, с чистым сердцем и совершенно, ну, знаете, как вдохновлена сама этим инструкторским курсом, поэтому я вот про него так часто рассказываю и предлагаю любому человеку, в принципе, подключиться. А там, когда вы погружаетесь в тему, вы видите, насколько это интересно, насколько это вас захватывает, и у вас появится желание, 100% появится желание этой информацией, этим знанием, да, делиться с окружающими вас людьми. И получается так, что когда-то в Сочи я была один инструктор, который вот приехал, и среди всего этого вот, вот этого ужаса, сейчас я так могу сказать, неведения, когда люди вообще не понимали, зачем они ходят там на йогу, да, ну, может быть, были где-то какие-то студии, в которых рассказывали людям про медитацию, да, но то, что там происходило с точки зрения физического тела, это просто, ну, караул вообще. И происходит сейчас. И вот когда-то это началось с одного человека. Я приехала и сказала, все, ребята, я больше так не могу. Я не могу гробить ваши тела, гробить свое тело. Вот будем сейчас так. И, конечно же, инструктору ваджа-йоги немножко сложнее, потому что он как бы идет, ну, поначалу он идет как будто бы против всех. Но он видит, что и там у людей болит, и здесь у людей болит. А у людей, которые практикуют наши асаны, у них не болит. У них перестает болеть, и еще и появляются несколько другие очень, ну, качественные, позитивные ощущения вообще в теле и в настройке ума на мир. Потому что очень-очень важно все-таки луч внимания, мировосприятие, ваши реакции на происходящее, как вы реагируете и что вы отдаете обратно, да? Вот это все как раз-таки йога, она учит тому,
Как жить в удовольствии, по сути. Как жить в удовольствии, как жить каждый день так, чтобы не терять энергию, чтобы быть, ну, таким жизнерадостным человеком. Причем это, знаете как, это никогда не будет наиграно. Невозможно быть наигранным жизнерадостным человеком, не получится. Потому что все равно где-то все это будет вылазить, как бы ты там красиво и чего из себя не строил, да? Обычные жизненные бытовые ситуации, они будут оголять всего тебя, какой ты есть, и показывать, в общем, все твои, ну, реальность, она такая. И когда практикуем мы йогу, вы знаете, есть такое понятие, что попускает во всех областях, вот как-то становится все легче. Даже переживание каких-то серьезных жизненных ситуаций, потери близких, смерть родных, там, я не знаю, потери бизнеса, еще какие-то, ну, все мы в этом мире, да, постоянно вот в этих качелях. Но когда ты знаешь, как тут все устроено, это знание дает тебе очень мощную поддержку, именно вот ментальную такую, эмоциональную поддержку, что ли. Поэтому я, конечно, всех приглашаю на инструкторский курс. И в нем, как я уже сказала, три информационных блока. Они разделены по темам. Первый блок – история йоги, личности, исторические тексты. Это тоже очень интересно. Очень интересно читать Бхагавад-гиту с неокрашенным восприятием, понимаете? Вот то, что там в Кришнаиты нам продают эти книжки, предлагают или дарят, там полно всяких комментариев, там нет правды вообще, ты не доберешься, потому что там столько всего наморочили интерпретаторы. А когда ты берешь чистый текст и с каким-то более-менее таким свободным от этих убеждений сознанием его начинаешь изучать, тебе открываются истины, ты сам их должен открыть, понимаете? Вот в чем смысл любого обучения, что ты сам должен найти ключи, чтобы открыть и понять эти истины. Не идти постоянно за теми людьми, а очиститься сначала от вот этих вот программ, да, если получится, и как бы на чистое сознание воспринимать информацию. Вот это очень круто. И это вот я надеюсь, что происходит с нашими инструкторами постепенно, поступательно. Но с ними это происходит, потому что по обратной связи я вижу. Человек осваивает лекционный блок, вы получаете там какое-то количество лекций тематических, вы получаете, здравствуйте, Настя, вы получаете записи разных практик, практикуете сами, практикуете со мной в прямых эфирах, и там через какое-то время мы, что им все на блюдечке приносит. Это 100%. Проблема в том, что большинство людей не хотят сами, привыкли. Знаете, я понимаю, о чем вы говорите. Должен возникнуть такой вот импульс, конечно, к само такому же движению. И он у каждого человека в какой-то момент возникает, невозможно, потому что это потребности души, духа, познать все-таки, вернуться к какому-то истинному знанию. И любой человек к этому придет. Ну, может быть, не одно воплощение ему понадобится, поэтому мы здесь спокойны. Если я понимаю, что мне пришло это знание, ну, значит, своими предыдущими воплощениями я отыграла там все роли, всякие разные, да, потому что мы с вами все были. И, может быть, алкоголиками. Ой, Вера Михайловна, напиши, пожалуйста. А я закреплю тему. Тема эфира, вопрос-ответ. И я сейчас рассказывала про инструкторский курс, почему я так активно зазываю людей проходить наш инструкторский курс, потому что это не просто подготовка инструктора йоги, это просто знание о жизни. Вот и все. А второй блок информационный, он включает в себя всю теорию корректного подхода к позвоночнику. То, что вот описано там в книгах у Саши, у Анатолия Пахомова. Анатолий Пахомов, президент Федерации, его книга, которую тоже я очень рекомендую к прочтению. Я сейчас твой закреплю, да, комментарий. Я это так умею. Вот, есть. Так вот, спасибо, Вер. С другого телефона сегодня прямой эфир веду. Так вот, второй блок – это конкретно знание о биомеханике позвоночника, о центральной нервной системе, о том, как мы с вами устроены, о ключевом звене здоровья. То есть вот этот блок, он, ну, можно сказать, что он
образующий, центрообразующий. Это суть вообще всей методики ваджа-йоги. И здесь мы разбираемся, какие движения нашему телу подходят, какие категорически не подходят, почему мы болеем, какими движениями вот физическими нагрузками, спортом, как мы себе вредим, не осознавая этого. Слушайте, у меня сегодня на практике, на утренней, одна моя практикующая, прекрасная женщина. Расскажите про спины детей, на что обратить внимание, как правильно себя вести. Сейчас расскажу. У меня вот как раз этот вопрос записан. Одна прекрасная женщина сказала, что вчерашний мой прямой эфир, где я рассказываю про батуты, она отправила там своей родственнице, а те собираются на день рождения вести детей на батуты. И можете себе представить, что ей ответила родственница. То есть она сказала, послушай прямой эфир, батуты вообще нельзя. Батуты – это разрушение здоровья детей. А ей девушка отвечает, что, вы понимаешь, а наш врач прописал ребенку батуты. Вы понимаете, да? Ну, после этого, конечно, как говорится, против белого халата куда ты попрешь? Если у тебя нет знания, то мы будем воспринимать это как истину в последней инстанции. И вы понимаете, что в медицине пока этого знания нет. В медицине пока нет знания о ключевом звене здоровья. Они знают про нервную систему, они знают про эту связь, но логически они пока не смогли собрать, вот логически собрать всю концепцию, что именно от состояния позвоночника как хранителя нервной системы, да, потому что внутри позвоночного канала проходит вот эта самая главная жизненно важная ткань. Пока они до этого не дошли, ну дойдут, потому что, я сегодня так и сказала, ну может быть миллион тел должны погибнуть для того, чтобы человечество получило опыт и сделало выводы. Поэтому это будут тела чьих-то детей, там, ну, которые потом, может быть, не станут взрослыми, а умрут раньше от каких-то заболеваний. Как бы это там, знаете, сухо не звучало, но это как бы реальность такая. Я вот, понимаете как, я за то, чтобы про реальность говорить. Не про какие-то вот прекрасные вещи, которые, может быть, с нами произойдут. Реальность, она вокруг нас такая, и она нам показывает, что дети наши тотально болеют. Начиная там с младенческого возраста. В наше время, когда решены, смотрите, решены все вопросы с инфекциями, да, есть мыло, горячая вода, всякие средства, антисептики, решены вопросы с основными вырубающими население болезнями, такими там, как чума, корь, вот эти все, ну, когда прям эпидемия и быстро. Да, когда косили, просто тысячи умирали. Добрый день, Анжелика. Решены эти вопросы. Так, почему же наши дети болеют так сильно из такого раннего возраста? Да, почему? Значит, что-то мы пока еще не знаем. Значит, что-то наука, медицина пока не знает, не понимает. Но наблюдая за тем, что мой ребенок, еще несколько детей из разных других семей, которые болели, но которых родители убрали из танцев, из разных спортивных секций, когда начали следить за состоянием позвоночника, эти дети перестали болеть. Понимаете, нужно просто, не надо туда далеко, посмотрите вокруг себя. И когда ты получаешь результаты в ближайшем окружении, это моя опора научная, понимаете, это моя научная опора. Я сама, мои близкие люди, мой ребенок. Я сегодня только тоже на практике сказала, слушайте, да я этому знанию благодарна только за то уже, что я свободна от своего ребенка, потому что мой ребенок не болеет, вообще не болеет. И я не боюсь, знаете, как бы сейчас кто-нибудь начал плеваться или там по дереву стучать, я не боюсь сглазить это, потому что я взяла ответственность за ее здоровье, получая вот эти знания. Я сначала их искала, конечно, для себя, да, а потом я увидела, что, о, слушайте, ребенок не ходит ни на какой агрессивный спорт, только плавание, ребенок много двигается, гуляет, дышит свежим воздухом, и она за всю зиму ни разу не заболела ни одной простудной болячкой, тогда как в школе 25 детей, постоянно видишь в родительском чате, постоянно болеющие дети,
Когда в ближайшем у меня вот соседи квартиры, я всех их детей этих вижу. Люди, которые ходят ко мне на практику и мучаются с болеющими детьми. Но это вот реальность. Вот смотрите на реальность. И смотрите, где, что, как меняется. Вот у меня моя реальность поменялась тогда, когда я получила это знание. Поэтому о нем и рассказываю. Расскажите про спины детей, на что обратить внимание и правильно себя вести. Слушайте, это целая теория корректного подхода к позвоночнику. Рассказать про спины детей, рассказываю каждый эфир, каждую лекцию, инструкторский курс, ребята, ну просто, ну я не знаю, как вот в двух предложениях вам рассказать всю теорию. 10 правил корректного подхода к позвоночнику, какие движения нужно исключить. Конечно, нужно учить детей правильно сидеть, держать таз и плечи в параллельных плоскостях, только тогда. Вот у меня там была какая-то сторис, где я показала, как дети сидят на берегу, две девочки-гимнастки, мама рядом лежит на лежаке, и Маша среди них. Вот они сидят на пляже, просто играют. Они просто играют, они не позировали специально, да? То есть дети в естественной среде. И как сидят эти две сгорбленные гимнастки-девочки, и сидит ребенок с прямой спиной, и это не требует от нее никакого напряжения. Никто не ходит ей по спине, не стучит, типа «выпрями спину». Единственное, что я делаю всегда, я слежу, как она сидит, чтобы не было завала таза, чтобы не было вот этой позы русалочки, когда дети, смотря на родителей, начинают вот так перемещать ноги в одну сторону, да, а таз в другую. Эти батуты тем более крепят неправильно. От Тани идет сообщение. Тут у нас ветром сорвало батут. И четверо детей на асфальт упали в реанимации. Ну, это вообще кошмар, конечно. Смотрите, тут такая еще есть вещь. Безопасность, да, безопасность. То есть родители должны взять на себя ответственность на какой-то период, пока ребенок растет, пока он сам за себя не отвечает, он не может видеть всех вот этих вот составляющих безопасности. Поэтому это наша ответственность. То есть создать для ребенка максимально безопасные, комфортные условия жизни. Вот у меня есть курс «Разумное родительство», я там две лекции про это рассказываю. Что это значит? Как создать для детей такое? Из чего складывается это пространство? Это пространство жизни складывается уж точно не из кружков, куда вы их тягаете, там по 5 кружков в день, точно не из этого. Совершенно другие, ну, глобальные важные вещи. Если родители это не знают, ну, конечно, вы ведете ребенка к тренеру, который тоже этого не знает, и который обращается с телом вашего ребенка по своему усмотрению, понимаете? И тут встает как бы вопрос о драгоценности человеческого рождения. Мы об этом на занятиях, на курсе, всегда я об этом разговариваю, потому что вот ценность человеческого рождения, у нас ее нет. Мы настолько относимся к своей жизни, к своему телу, настолько беспечно, мы все время живем, что нас пронесет, что нас это не коснется, что это вот про тех людей, которые там с поездов падают, которые с окон вылетают, которые, спотыкаясь, головы себе сворачивают. Понимаете, это про тех людей, это не про нас. Да? А почему это все происходит? Потому что нет самой главной развитой способности у человека, которая формируется как раз с детства. Это осознанное пребывание в моменте. То есть, когда человек спотыкается, вот тут очень просто я хотела бы, чтобы вы это поняли. Когда человек спотыкается, когда человек один сам собой попадает в несчастный случай, ломает руки, ноги, падает там с парапета, ныряет там в какой-то, попадает головой в камень, когда морское побережье, да? То есть все, что происходит там, где человек один сам, где нет второго и третьего участника, понятно, что если вас толкнули, то вы здесь осознанны вы или неосознанны, вы упадете, поломаетесь. Но если вы идете и спотыкаетесь, это чисто отсутствие внимательности и осознанности. Человек не присутствует в моменте. Когда вы в состоянии присутствия живете, вы никогда не обожжетесь, не порежете пальцы, не сломаете руку, вдруг споткнувшись в подъезде, перелетев там через 5 пролетов лестницы, понимаете? Потому что вы пребываете в моменте, вы в присутствии.
И поэтому, например, махамудра, как мы ее называем, это основная практика в йоге, вообще-то. Если по-честному про йогу, что из себя представляет йога. А теперь посмотрите, кто имел опыт посещения йога-центров и так далее, где-нибудь про это вам говорили. Если вам про это говорили, то это прекрасно. Значит, где-то уже и там появляется очень правильное знание. До 25 лет людей тупо засоряют и сознание запрограммированное. Ну, спасибо, да. Вы знаете, я тоже долго к этому шла. Тоже нужно было мне кое-что там пройти. Реально ли в 45 лет восстановить позвоночник? Искривление, грыжи, постоянная боль между лопаток, кости задеревенели уже. Смотрите, мне 50 лет, и я, конечно, занималась разными спортами. Спасибо, Настя, за вопрос. Все реально, потому что есть такое понятие, что сначала для того, чтобы начать вообще процесс восстановления, нужно понять нам с вами, что со своим телом делать не надо. То есть мы на первом этапе, опять Саша Крапивка, эта книга, и то, что я все время на всех лекциях и здесь рассказываю вам, убираем из жизни неправильные, нефизиологичные движения. Начинаем следить за тем, как мы спим, как мы встаем, как мы берем сумки, какие мы сумки носим, как мы правильно или нет садимся в автомобиле, поворачиваемся ли мы в автомобиле или скручиваемся, да? На большом рычаге руки ничего не носим, потому что перерезывающая нагрузка на позвоночник идет. Ничего не поднимаем больше там, я не знаю, ложки в руке, если у вас рука вытянута. Вы даже передавая чайник полный, двухлитровый, можете спровоцировать смещение позвонков в грудном отделе. Смотрите, это когда? Это когда он разболтан. Мой ребенок, который вырастет со стабильным позвоночником, она сможет этот чайник брать и передавать, и у нее наверняка ничего не соскочит. То есть тогда эти правила, они для нее становятся не так актуальны, потому что до 25 лет, как там правильно сказали, пока растет наше тело и формируются все-все-все органы, структуры, связочный аппарат, вот это самое главное время, когда нужно удержать себя от дури, чтобы во всякие тяжкие, а у нас не получается. Понимаете? А получается так, что это период молодости, когда человек настолько безрассуден и во все приключения, и во все активности, и все виды спорта испробовать, и с тарзанок обязательно прыгнуть. А почему это происходит? Потому что это активно поддерживается везде, в информационном поле, и вам навязываются. Вам показывают красивые картинки с отдыха людей, где что они делают? Где они йогой занимаются и правильными упражнениями? Нет. Вам покажут, как они на гидроциклах, на всяких летающих парашютах, на этих, как они называются, ну, бананы и прочее, когда люди получают. И все пищат, кричат, удовольствие получают. Вас этим заражают. И когда вы приезжаете на отдых, первое, какое у вас? Я хочу это. Я хочу это попробовать, я хочу туда себя засунуть, а я еще с парашюта не прыгала, а вот у меня цель такая есть, а я до... и начинается. Вы понимаете, что вам накручивают, навязывают совершенно, как это сказать, лживые цели. Не этим нужно самость свою взращивать, да, и становиться таким человеком полным знания, полным энергии, там, образованным и так далее, не этим, не вот такими, ну, потому что за это все равно потом придется расплачиваться. Поэтому, Настя, вы спрашиваете, можно ли в 45, да в 45 жизнь только начинается, столько всего, да, в 45 лет, по-хорошему, мы уже вырастили детей, мы уже свободны для того, чтобы этой жизнью просто кайфовать и удовольствие от нее получать. Поэтому, конечно, можно. У вас еще все обменные процессы в теле идут в полном объеме. Регенерируют связки, регенерируют кости даже. Поэтому можно, если выстроить правильную тактику жизни. Правильная тактика жизни. Убираем агрессию всю, скрутки, повороты, рычаговые прогибы. Убираем наклоны боковые. Учимся правильно вставать с прямой спиной, не с круглой. Учимся использовать рычаги рук и ног для того, чтобы не изнашивать дальше позвоночник. И добавляем в свою жизнь правильные упражнения.
Ну, вот там полно у меня про эти правильные упражнения. И каждый день провожу уроки, каждый день. Сегодня у меня еще две персональные тренировки. Утром была практика. То есть я постоянно провожу с людьми занятия, вы понимаете? И я вижу, что все больше и больше людей хотят делать эти упражнения. Отсылаю, когда уроки, вот этот урок «Скорая помощь в спине», где там всего 5 или 7 упражнений, я их просто очень подробно там разбираю, и мне пишут люди, у которых болит. Вот прям прихватило. Я человеку отсылаю урок, пишут: «Все, как мне хорошо, через неделю практики, меня отпустило, у меня уже давно такого ощущения в спине не было». Понимаете, они действительно работают, это научно обоснованные упражнения. Поэтому вот с такой уверенностью я вам говорю, что наши упражнения работают. Никакие другие, ну, может быть, там вариации этих же упражнений, потому что не только же мы про них знаем. Но если вы сделаете три хороших упражнения и добавите туда скрутку, то вы на нет сведете вообще весь эффект от трех хороших упражнений. Или сделали всю нашу хорошую практику, потом сели в машину, едете на работу, и как скрутились там, конечно, у вас опять придут привет все те боли, которые вы вот там 45 минут практики, вы с ними работали, создавали очень хорошее состояние в теле, а потом одним махом так раз и обнулили. Но это тоже опыт, без него никак. Я, например, первые 3 года получала постоянно откат, потому что я все время нет-нет досовершала какое-то неправильное движение в быту. И я говорю, что сколько, спрашивают меня люди, ну сколько времени надо вот на это восстановление? В среднем где-то 3 года. Почему? Потому что телом мы, может быть, и правильно все делаем, а ум по-старому действует, да? Или не ум это действует. Это вот это наше неосознанное состояние, когда вы раз и подняли там с пола, с разворота какой-нибудь тяжелый камень там. Вот я в машине освобождала свою дорогу, понимаете, и подошла, и из чего-то я вдруг решила, что я могу этот камень подвинуть, понимаете, все, сразу по всем отделам на мой разболтанный позвоночник мне пришла отдача и привет. А у нас болезнь шинца, пятки неправильно формируются, тоже бросили танцы. Пройдет ли это, почему это с рождения, как врач сказал? Смотрите, у меня был вопрос про вальгусные стопы у детей, там, у маленьких детей, там, до 2 лет, 3 лет. Формирование ног, стоп, суставов, стоп, всегда будет завязано с иннервацией. То есть вопрос нужно не в пятках ответ искать, вернее, на этот вопрос, а в положении таза. Потому что когда у младенца смещен таз, и уже затруднена иннервация, идет уже не очень корректное формирование тех же стоп, связочного аппарата, разворота бедер в области таза, да? Это вот когда ставят детям распорки, ну, знаете, очень часто сейчас ставят такой диагноз дисплазия тазобедренных суставов. Там все опять завязано на положении таза. Вправляют ребенку маленькому таз, и у него выравниваются ножки. Вот там был вопрос про X-образные ноги. Тут так, если вы успеете, вот там до 3 лет все это нужно сделать. То есть поправить кости, таз, позвонки ребенку нужно до 3 лет, ну, по-хорошему. Потом все гораздо сложнее. Сейчас я знаю уже пару случаев, когда я, например, к нашему костоправу Юрию Николаевичу отправляла людей, там 7-летний ребенок с очень сильной деформацией позвоночника, там сколиоз уже серьезной степени. И он сказал, что уже все, уже поздно, то есть этому ребенку теперь жить с такой спиной. То есть нервная система, конечно, к этому как-то подстроит тело, да, все подстроится, потому что люди живут и не с такими состояниями, да, и как-то функционируют. Мы же с вами говорим, что можно, в принципе, сохранять очень хорошее, практически идеальное состояние тела у ребенка, если вовремя поставить позвонки на место и потом ни в коем случае не повести его на какой-нибудь спорт, где все, что вот вы выровняли, и хорошо рожденный ребенок, например, здоровый. Ведь понимаете как? Полно детей, которые рождаются вообще без всяких отклонений,
с хорошим положением таза и с позвоночником, у них все правильно формируется, у них формируются мышцы, они там вовремя садятся, вовремя встают на ножки, начинают ходить. А с 3 лет мы начинаем впадать вот в эту агонию и тащим этих детей наших во все, куда только можно их затащить. Все. И там все начинается. Если поведете ребенка в 4 года на гимнастику, увидев, что он такой гибкий, ну, вы ребенку обеспечите болезненное будущее на 99%. То есть, если эта девочка, все, что связано с женской половой системой, зрением, различные, все, что связано с гормональной системой. Вот эта гимнастика, она вам это все обеспечит. Пожалуйста, если хотите. Балет, танцы, особенно спортивные танцы. Вот, пожалуйста, тогда туда. Помните, у меня есть табличка «Опасные виды спорта, несовместимые со здоровьем». Вот если туда попадет ваш ребенок, все будет огребать. Вы понимаете как? Если еще генетически сильное тело, то как-то оно, может быть, все-таки проживет вот этот период и как-то сохранится. И на этих детей мы потом смотрим, и пример они для нас, да? Это спортсмены, это олимпийские чемпионы, это призеры во всяких танцевальных фестивалях, да? Мы на них смотрим, любуемся и думаем, вот бы мне так, или вот бы моему ребенку так. Да вы поймите, что, во-первых, вы ничего не знаете о состоянии здоровья этих людей. Я с ними сейчас в прямом контакте. Очень многие ко мне приходят. У меня есть 2 дамы, которые лет, наверное, 17 занимались танцами спортивными, а потом преподавали танцы живота. Это просто катастрофическое состояние женского здоровья. Это напрочь убитые коленные суставы, а им еще там 30-35 лет. Слушайте, на каком ресурсе дальше жить? На каком? Чем? Ну вот если генетически сильное тело, там будет еще какой-то запас ресурса, если человек остановится и начнет правильно жить, правильно двигаться, ну, то он может преодолеть это все. Как вы относитесь к гормонально-заместительной терапии во время менопаузы? Не берусь это комментировать. Вот когда я проживу этот опыт и без гормонально-заместительной терапии или с ней, тогда я, наверное, буду об этом говорить. Пока я в этом отсылаю, есть у нас пару инструкторов, людей, которые в прошлом медики и которые знают всю теорию КПП. И я знаю, что один из инструкторов рекомендует гормонально-заместительную терапию, а второй говорит, что совершенно не надо, потому что женщина, у которой в норме позвоночник и нервная система, очень благополучно переживает климакс без большого ущерба для здоровья. Поэтому я вот так не возьмусь на себя ни то отстаивать, то есть, наверное, придется как-то вам поразбираться с этим самой. Вот. Во сколько лет можно заниматься йогой? Со скольки лет? Смотрите, реально йога нужна, ну, может быть, детям школьного возраста, но она там будет не такая, как для взрослых. Для детей важно ОФП давать, то есть общую физическую подготовку. В ваджра-йоге просто это очень хорошо решено. Дети у нас бегают, прыгают, отжимаются правильно, правильно качают пресс, приседают, и самое главное, у них там есть разные игры интересные на развитие мышления, и самое главное, что должно быть у детей, это хорошее качественное расслабление. Поэтому, когда дети, вот у нас есть группа 10-12 лет, туда ходят дети, вот с этого возраста имеет смысл. Почему? Потому что появляется школа, потому что много психического напряжения, потому что много задач у детей, они реально просто очень сильно устают. И я вижу по тем детям, которые к нам приходят, слушайте, их половину вырубают в шавасане, они просто засыпают, потому что это бедные, уставшие дети, загнанные на эти кружки, обязательные образования, английский, теннис, там конный спорт,
Все, и этот ребенок, он просто ждет, чтобы его когда-нибудь оставили в покое. Вот в шавасане мы их оставляем в покое, понимаете? И они это время так любят просто полежать. Они приходят, некоторые говорят, а скоро будет просто полежать, понимаете? Вот, с раннего возраста детям йога не нужна, потому что в йоге... Так, да, спасибо, Вера Михайловна напоминает. Друзья, не успею опять сказать, я планирую быть в Москве. Кто живет в Москве, выходите на связь, пишите мне в директ. Я хочу провести открытую, безоплатную встречу, где будут вопросы-ответы, где я вам дам ключевые вот понятия по здоровью, по этой методике, где мы сможем пообщаться вот так вот, не через экран. Это будет с 15 по 18 июля. Я буду еще анонсировать. Нам нужно какое-то место, нам нужен какой-то зал. Желательно, конечно, безоплатный зал, потому что я деньги не беру за эту встречу, не нужно. Если кто-то найдет такое место, и вы соберете своих друзей, пожалуйста, я буду очень рада быть вам полезной. Мы просто соберемся и пообщаемся. Вот, это будет с 15 по 18 июля. Как будто со мной 25, Алена, как будто со мной 25 лет жила, все в точку. Да, Оля, привет! Оля, привет! Расскажите, пожалуйста, про инструкторский курс, как идут занятия, во сколько, в течение какого времени? Быстро сейчас, коротко. Инструкторский курс, очно-заочное обучение. Любой человек в любой момент подключается к программе. Вы пишете мне, я вам даю доступ к материалам и постепенно высылаю вам материалы. Вы слушаете видео, смотрите лекции, слушаете лекции, читаете литературу, которая нужна каждой лекции, и осваиваете информацию по мере вашего темпа, да, усвоения. Кому-то нужен на первый блок месяц, кому-то 3 месяца. Никто никого не подгоняет. Вы в своем режиме обучаетесь и все время со мной на такой связи. Я отвечаю на ваши вопросы, я помогаю там какие-то моменты понять, может быть, сложные. И вы двигаетесь. И мы вот таким образом сейчас уже 10 человек учатся в таком варианте. Кроме этого, в сентябре-октябре будет 4-5 недель живого инструкторского курса в Сочи. Я делаю его немножечко короче, потому что есть люди, которые хотят, вот сейчас они учатся заочно как бы, и хотят приехать поучаствовать в очном курсе. Вы за очный курс уже ничего не доплачиваете, потому что вы один раз заплатили за инструкторский курс, а потом можете приехать и уже присутствовать без дополнительной оплаты. Если вам интересно, в директ я программу вышлю. Дальше. Я занимаюсь практиками ежедневно, чтобы не было. После практики ваджа-йоги самое лучшее самочувствие в теле. Да, практика работает 100%. Про футбол расскажи. Ну, футбол это также, в общем, как хоккей, там, что еще, такие агрессивные виды спорта, где, может быть, сам футбол побегать, погонять мяч в дворовом варианте, он нормально, то есть это для физики, немножко для настроения, мальчишкам это нравится. Вот во дворе погонять мяч хорошо, и то могут толкнуть и получить травму ребенок может. Профессиональный футбол, во-первых, это, конечно, тренировочный процесс, который построен на суперизносе тела. А потом посмотрите, как футболисты, заканчивая матч, выходят с поля. Они же идут все как полуинвалиды. Кто прихрамывает, кто тянет ногу, кто идет уже перебинтованный, кому-то понаставили там все. Там, ну, вышибается все, потому что ты не знаешь, какое тело на тебя где свалится, кто тебя подрежет во время бега и как ты упадешь, перевернешься и сколько костей ты там сломаешь. То есть это всегда потенциально вот такая опасность и очень-очень жесткий износ тела. Поэтому футбол нет, только в дворовом варианте. Да, наш Костоправ. Спасибо, спасибо, спасибо за комплименты, сердечки там, поцелуйчики, класс, спасибо. Дальше, Кристина, добрый день, Алена, я знаю, что голову нужно мыть стоя в душе, но мне так некомфортно, может все-таки есть какое-нибудь положение, чтобы вниз головой, но без последствий. Смотри, Кристин, ты можешь опереться
животом, грудной клеткой вот так на ванну, одной рукой поддерживать, а другой лить. И добавить третью руку, которая будет в это время мыть тебе голову. Ну, только такой вариант. Потому что избежать там какого-то неловкого положения будет сложно. Ты, конечно, попробуй, но вот я для себя я так, когда мне нужно, и я не имею возможности, да, там поливаю, нет воды, например, я сажусь на колени, полностью практически всем телом опираюсь, и вот так одной рукой лью, второй, значит, мою. Ну вот, может быть, так. И то я думаю, что что-то там есть не то, наверное, не очень все это чисто. Сделаю эфир с сексологом. У знакомых ребенок ходит художнику с 3 лет, золотой призер, сейчас 7 лет, и она вся в тейпах, поскольку повылазить ли повсюду вены. Ага, вот смотрите. Ну, во-первых, Кать, там нужно смотреть. Ничего себе, в 7 лет у нее везде тейпы. Там еще нужно смотреть. Может быть, знаете как, тейпы — это модно сейчас. Это модная тема. Какое-то время пройдут и тейпы, так же, как валики, на которых весь Инстаграм валяется сейчас и крутится. Так же, как мне прислали сейчас какой-то деревянный тренажер, там такие деревянные шарики, вы ложитесь и катаетесь на них. Это просто жесть вообще. Это все. Ну, то есть, вот если у вас будет, и вы увидите этот деревянный тренажер, пожалуйста, я вас умоляю, не нужно на таком жестком тренажере кататься спиной. Это не подходит нашему позвоночнику. В 7 лет у ребенка вылезли вены, потому что она, может быть, много сидела. Перенапряжение. Как художники рисуют? Сколько времени ее держали неподвижно, да, сколько там на уроках? Потому что точно так же при любой деятельности, особенно детям, очень быстро затекают мышцы. А неправильное положение, да, там в какой-нибудь полускрутке еще, может стянуть позвонки. Поэтому, а вены — это всегда таз. Нужно привыкать мыть стоя. Нужно вообще, знаешь когда? Нужно мыть голову с удовольствием. Принять ванну, лечь, получить удовольствие от самого процесса, убирать спешность вот эту и убирать необходимость. Больше в жизни привносить моменты кайфа. То есть нужно сделать из своего быта тоже какое-то удовольствие. Ну вот так, наверное. Так, наверное, будет правильнее. Расскажите про валик, если нет, почему. Валик нет, я каждый эфир про валик рассказываю. Я говорю о том, что на валик ложитесь осистыми отростками. Остистые отростки могут быть уже приближены, смещены где-то в каком-то отделе позвоночника. Вы ложитесь и давите телом, и вы сами собственным телом можете спровоцировать, что один позвонок соскользнет, да? То есть один позвонок может, давя на другой, или просто неадекватное давление, когда вы катаетесь, спровоцирует смещение позвонков. Не подходит. Я вот там выкладывала пост, отсмотрите, в ленте есть пост, где я дала одно упражнение, одно очень классное упражнение, которое заменяет перекаты на валиках и очень хорошо снимает напряжение со спины. Я была беременна 3 раза, занималась хореографией, получала огромную нагрузку, таскала тяжести, теперь мои колени болят. Поясница. Я уже привыкла к боли. Йога смягчает ситуацию. 2 года дома занимаюсь. Да, нужно просто правильные упражнения еще пересмотреть вашу йогу, чем вы занимаетесь. Положение лежа однозначно будет компенсацию привносить. Поэтому даже если выполняли какие-то неправильные ротирующие, скручивающие движения, если вы заканчивали шавасаной, это всегда будет плюсом. Да? То есть это всегда может немножечко снять агрессию от неправильных упражнений. Так, Вера Михайловна выставляет. У меня очень много эфиров на Фейсбуке. Есть группа «Йога для жизни» на Фейсбуке. Там за 2 года прошлых собраны прямые эфиры, где я позвоночникам картинки показываю. На позвоночнике все это показываю, разворачиваю. Ой, там столько всего. Можно посмотреть, пересмотреть их. Да, и сейчас продолжаю, все то же самое. За эфир, мудрый, знаешь, что здесь. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, что вы есть, потому что тогда есть смысл делиться. Просто делиться на футбол, как на войну, я вот не понимала никогда. Да, ну это надо, да, надо просто пересмотреть. Просто пересмотреть. Берегите своих мальчишек. С мальчишек спрос еще большой, понимаете? И получается так,
Получается так, что почему мужчины живут коротко, почему мужчины живут недолго? Во-первых, потому что с самого детства на них падают все нагрузки. Во-вторых, потому что они, видя, что тело более сильное мужское, конечно же, они себя не берегут. Да, плюс вот отсутствие знания. И я знаю, что у меня тут есть девочки, которые, которые мужьям своим все это рассказывают и упражнения дают. Я вам больше скажу, мой собственный муж, вот только сейчас, вот сколько я уже, 5 лет, да, и только сейчас он у меня спросил, дай, пожалуйста, эти упражнения. Он видит, что люди пишут мне, что вокруг меня создается ситуация, что все, практикуя и выполняя эти упражнения, эти получают результаты. И тут у него тоже свое рядом тут, да, и только сейчас он начал делать эти упражнения. Ну, и это хорошо. Что делать, если ребенок сидит неровно за столом? Когда я делаю замечание, он начинает нервничать, садится так же. Ребенку 7 лет. Не трогайте ребенка, потому что там есть уже какие-то смещения в грудном и области таза наверняка. Нужно просто объяснять. Нужно просить садиться хотя бы, вот, чтобы таз был ровно. Потому что таз – это основа конструкции. Не пропустить мне время. Таз – это основа конструкции. Бесполезно, что вы будете его все время тыкать и дергать, правда, создавать только нервозное такое состояние у ребенка. Нужно понимать, что если он сидит с круглой спиной, это не так опасно, как если бы он крутился и бегал на том футболе, или вы повели его на гимнастику, чтобы исправить ту же осанку. Гимнастикой вы осанку не исправите. На гимнастике им добавляют столько спазмов вдоль позвоночника, что они, конечно, они просто уже как марионетки, вот с этой затянутой спиной, а там караул, в этой спине нет жизни, потому что все настолько в гипертонусе, эти мышцы и весь спазмированный межпозвоночные отверстия, понимаете, там в межпозвоночных отверстиях много мелких мышц и связок. И когда дети занимаются вот такими всеми видами спорта, это, конечно же, позвоночник уже в смещениях, поэтому пусть он лежит у вас. Дайте ему несколько, покажите правильных упражнений, посмотрите, что нужно там детям делать. Давайте ему все-таки больше отдыхать, объясняйте, поправляйте, чтобы он держал ровно таз, потому что сначала нужно научиться держать ровно таз, да? И как только появляется у ребенка в спине напряжение, ему нужно говорить «ложись», то есть ему нужно побольше полежать. Вот он будет в положении лежа, получать гравитация в положении лежа на спине распределяется вдоль спины и расширяет пространство между позвонками. Таким образом, у детей может все выровняться, потому что это растущие организмы. У них еще только формируется и связочный аппарат, и кости позвонков растут, и межпозвоночные диски активно растут. У них еще своя система кровоснабжения. Вот когда нам 21 год, вот тогда рост прекратился, вот тогда вообще уже ничего не исправишь. Ну, конечно, мы компенсацией занимаемся потом, а вот так, чтобы по-хорошему, у детей все это возможно сделать. Но я в таком случае, конечно, приглашаю на консультации, потому что нужно с ребенком разговаривать, и маме объяснять, и ребенку объяснять. Тогда, когда ребенок видит, что к нему обращаются как к мыслящему существу, когда ему правду рассказывают, про его здоровье, про последствия, почему это можно, почему нельзя. Вы знаете, они очень хорошо все это воспринимают. Очень хорошо. Либо вам нужно иметь какие-то такие аргументы, чтобы ваш ребенок без вот этого напряжения, без агрессии, без навязывания начал вас слушать. И в принципе с детьми все можно. Ой, мужчины прорываются в эфиры. Я еще не умею блокировать, но если вы будете, Андрей, писать, я вас больше в эфир не пущу. Я научусь, как это делать. Так, ванная, вот душ редко. Спасибо, вы рассказали о проблемах у женщин, преподающих восточные танцы. Восточные танцы не направлены на укрепление позвоночника. Они вредны, потому что все вот эти восьмерки движения тазом, они провоцируют, разбалтывают пояснично-крестцовую зону, а там у нас проходят очень важные нервы. Поясничный отдел – это иннервация матки, яичников, всех женских половых органов, очень важная система.
А дальше седалищный нерв, опускаясь, иннервирует опять колени, которые у них летят почему-то, да? Если вроде как укрепление позвоночника, там ничего не укрепляется. Очень опасный belly dance. Ну и я тоже сегодня, кстати, на уроке рассказывала. Вы знаете изначально, что означали из себя танец живота? Танец живота был конкретно танцем живота, когда женщины могли играть мышцами живота красиво вот так. Им навешивались монетки, а они должны были двигать мышцами живота изолированно, показывать, что у нее красивый, подвижный, здоровый живот. И ни одна монетка не должна была зазвенеть. Вот что такое был танец живота изначально исторически, да? И во что превратилось это сейчас? Вихляние бедрами очень-очень плохо для нашего позвоночника и для таза. Так, Алена, какой вид спорта полезен для мальчика 7 лет? Плавание, плавание. Ведите своих детей в плавание. Да, спасибо. У нас сейчас уже время заканчивается. Расскажите про верховую езду. Я с детства езжу, последние 7 лет не езжу. Мой папа всю жизнь на коне, сейчас пересел на машину. Смотрите, верховой езды всегда есть опасность, что, во-первых, лошадь понесет. Во-вторых, у меня есть два примера. Это профессиональные наездники, девушка и мужчина. И девушка сказала, что в течение 12 лет верховой езды она получала около 15 переломов разных. То есть здесь так, верховая езда в прогулочном варианте, когда вы сели, в стремена опустили ноги, поджали хорошо ягодицы, собрали, втянули корневой замок и на ногах, потому что вот эта ударность, она создает нехорошую компрессию вдоль всего позвоночника, поэтому с верховой ездой, конечно, очень сложно сохранить здоровье. Да, спасибо. Хорошо, загружаю этот эфир на YouTube, завтра на этой неделе третий завершающий эфир. Я все соберу вопросы, еще раз просмотрю комментарии, на которые вдруг не ответила, плюс список вопросов, которые еще у меня остался. Там три вопроса, на которые я не ответила из вчерашнего вашего запроса. Друзья мои, книга Александра Крапивка «Нам в помощь» – это первое. Курс «Разумное родительство». Всем родителям рекомендую, пожалуйста, его. Он недорого стоит, приобрести его может любой человек. И, конечно же, приходите на занятия. На Фейсбуке открытая группа, называется «Йога для жизни». Каждый день по 5 человек туда добавляется. Это очень-очень круто. Я понимаю, что вы меня слышите, раз вы туда приходите. Но эту группу я сейчас не веду. Она просто открытая стоит. Там тоже много занятий. Бесплатно открываете и занимаетесь. Я веду занятия в закрытой группе. Она называется «Практика онлайн с Аленой Акс». Вот кому интересно вживую как бы практиковать дальше, приходите туда. Там тоже все символически и недорого стоит. Хорошо, на сегодня все. Всех вас обнимаю. Поделитесь, пожалуйста, эфиром. Пусть всем нам станет еще лучше. И на сегодня пока. Всех обнимаю, целую. И до новых встреч!